позади полбака, видите, проехал я 453 километра на этом топливе. Естественно, еще ни разу мы не заправлялись. Я думаю, отличный показатель. Видите, у меня даже снежинка горит желтая. Это значит, что на улице достаточно холодно, 3 градуса показывает. Склад вот этих пропеллеров, которые на ветровиках, которые крутятся, вот электроэнергию вырабатывают, огромный склад этих лопастей. Только что проехали съезд на Коленев, это тоже я думал заезжать. Также Новую Суль мы пропустили, но оказалось, что это просто невозможно заезжать все города. Березки и Сосна. По левой, по правой стороне. Очень красиво. По левой стороне всю огромную полосу вырубывают деревья. Здесь, наверное, будет тоже положено 2 полосы нового асфальта. Будут расширять, в общем. Так я еду. На Щеномуще тоже по левой, по правой стороне много вырубанных деревьев. Смотрите, сколько. С корнями. Полностью будет трасса там слева. Въезжаем в Щеномуще. Видите, здесь есть паромы на Данию, Копенгаген. Еще куда-то в какие-то страны. Паромы отсюда со Щеномуще можно уплыть. Стоим в очереди. Не знаю, не вижу там спереди ничего. По всей видимости, очередь на паром, который в город идет. Видите, где я нахожусь? Вот, 300 метров впереди паромная переправа Щеномуще для всех написано. Карсибур. Вот. И дальше сам город, вот здесь Щеномуще, видите? Центр и пляж. И граница Германии черная вот идет здесь. Уже 15 минут так стоим, протянули всего метров, наверное, 100-200. Видите, знак колейка на пром, пшикровенжи ездили. Ну, по всей видимости, все на паром. Вот. Еще я посмотрел по карте, там есть как бы для жильцов города Щеномуще, у них там свой есть паром. Только для жильцов, для всех остальных вот здесь. Переправа промова бесплатная. Вот, смотрите, написано бесплатно. Средний пас это грузовые автобусы, трактора. Правый пас легковые автомобили, мотоциклы. Короче, до 3,5 тонн. Спустя 1,5 часа подъезжаем уже к статку, который нас переправит в Щеномуще. Так что получается вообще никак не попасть, кроме как через паром в город. А ночью как, то есть круглосуточно получается. Должно это все работать. И как часто. Вот в данном случае люди 1,5 часа стояли на месте. Again, and I can't remember my name. I will find the answer right within, the answer that will make me believe again. Oh, I'm here, I could believe. I couldn't believe in this.
друзья, ну что, добро пожаловать в Швиноустье. Сейчас мы находимся на такой аллейке, называется Променады Швиноустье. Получается, вот буквально за теми деревьями уже море. Сейчас мы еще не видим, где можно туда выйти. Конечно, здесь это типа как, ну не набережная, я не знаю, как это сказать. Прям первая линия, последняя линия у моря практически. Здесь много туристов, очень. Прям половина или большинство, я бы сказал, немцы. Идут пенсионеры немецкие. Много немецких машин. Здесь же вообще, не знаю, метров 300, наверное, от меня. Это граница с Германией. Курортный город полностью. Везде напротив, видите, строятся комплексы для туристов, для вот этого всего отдыха. Возле моря продается сувенирная продукция. Вот такое центровое место, променад Швиноустье. Сейчас мы заворачиваем налево в сторону моря. Цены, смотрите. Вино Гжаны 6 злотых, 1,5 евро. Цены, короче, напополам в евро, потому что здесь немецких туристов достаточно хватает. О, жабка есть. Спот-кафе. Вот это променады Швиноустье. Вот они. Здесь они прерываются на ремонт. Ну, правильно, да. Там мы шли по той стороне. И вот эта аллейка, то есть основная, та, которая широкая. Подготовка идет полным ходом, наверное, к сезону. Вообще стройка, гостиницы. Вот уже море, сейчас мы с вами увидим. Друзья, если вы находитесь в поисках работы в Польше, хочу вам порекомендовать кадровое агентство Art Vending с главным офисом в Варшаве, а также представительствами в Украине, в городах Харьков, Сумы и Херсон. Специалисты компании Art Vending помогут вам найти стабильное трудоустройство в Польше, а в скором будущем и в других странах Европы. Art Vending – это привлекательные предложения по трудоустройству в лучших компаниях Польши, помощь с размещением в комфортном хостеле, вопросами, связанными с проживанием, помощь на всех этапах легализации, участие в процессах получения вида на жительство, официальный трудовой договор и медицинское страхование. Все контактные данные и ссылки на компанию Art Vending вы найдете в описании под этим видео. О! Там вдали еще находится такая типа мельница интересная, тоже люди там фотографируются, но очень далеко туда идти. Куча кораблей плавает.
на горизонте. Вдалеке, скорее всего, уже территория Германии. Песочные пляжи, очень классно. Песок такой белый, без камней, без ничего. Шикарный вид, шикарный пляж. Возле моря полностью спешат, делают. Видите, какой шикарный бульвар будет, очень красивый. Такие овальные дорожки. Длинный. Наверное, по всей длине пляжа практически. Видите, дорожки делают, облагораживают все. И вот будут, так идешь, и выходы на море. Вот, очень классно будет скоро. Даже кто-то в футболке лежит, типа загорает. В такую-то холодину. В море одни виллы. Видите, такого плана. Все сдается. Полностью курортный город. Кто знает, пишите вообще, как здесь летом купаться можно или холодно. Как вода. Медуза. Короче, дороги строятся, дома строятся, все делается по всей стране. Я так смотрю везде, где я был, сколько новых многоквартирных домов. По левой стороне, вот по правой тоже. Блоки целые большие. Опа, смотри, электричка. В Германии ходит, видишь? Отсюда по прямой, тут рядом. Сколько много блоков новых. Стали на Лидле. Смотрите вокруг. Сколько нулевых домов. Там вообще по той стороне, там их столько. Германия, вот получается, здесь в километре уже граница. И электричка под боком. Перенеслись мы с вами площадь. Какой балкон, смотри. Первый раз такой вижу. Прям нависает, кругленький. Интересный такой. Небольшая тоже площадь. Называется Плац Вольнощ. Машин, короче, половину на немецких номерах. Друзья, мы хотим сказать, что мы делаем паузу здесь, в Швинауште, в нашем путешествии. К сожалению, дальше мы пока не поедем, сделаем паузу, мы продолжим наше путешествие чуть позже, в ближайшем будущем. Не доехал я до Гданьска, сильно хотел, но так складываются обстоятельства, что мы поедем сейчас домой. Мы посетили с десяток городов прекрасных, красивейших Польши. Находимся на побережье Балтийского моря, гуляли возле самого моря, прекрасный песок, просто невероятно, я представляю, что здесь летом творится. Плыли на пароме, ночевали в гостиницах, ели, гуляли, много впечатлений, много фотографий мы сделали. Всем рекомендую ездить, путешествовать, чтобы у вас была такая возможность также. С детьми, с сыновьями тоже, чтобы была возможность ездить, путешествовать, это отличное время. Надеюсь, не будете держать обиду и зла, что мы так прерываемся. То есть я обещал в предыдущем видео в маршруте чуть больше, но сделаем паузу и продолжим. Продолжим чуть позже. Не знаю, сам буду или с Тимошей. Это уже как он у нас решит. Что можешь добавить?
А? Всем пока. Подписывайтесь на папин канал, да? Все. Из Свиноущи с любовью от Виталика и Тимофея. Пока.